55-летний одессит, приняв на грудь, решил развлечься. 31 января со своего мобильного он сообщил о заминировании гостиницы на Николаевской дороге. После проверки и обыска полиция, конечно, ничего не нашла. А вот звонившему повезло меньше. Уже через час мужчина давал первые показания. А с чего вы звонили? Со своего мобильного телефона? Да, да. Его взяли. Я каюсь, я... Не террористик, просто... Просто пошутить решили, да? Просто, наверное, пошутить решил. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії правопорушника кваліфіковано за частиною 1 статті 259. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Напомню, на прошлой неделе в городе произошли массовые заминирования. Минеры начали с 26 детских садов, а закончили тем, что подложили информационную взрывчатку в более чем 300 образовательных учреждений. Телефонных террористов до сих пор не нашли.